Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их биографией. Шевалье Антуан де Фаврей. Французский художник, известный своими портретами деятелей Османской империи, а также картинами великих магистров суверенного военного мальтийского ордена. Родился в Беньоле 8 сентября 1706 года. В 1762 переехал в Константинополь, где провел 9 лет. Он написал множество жанровых сцен повседневной жизни в Турции при Людовике XVI, а также изображал местных жителей и иностранных сановников. Особенно примечательный портрет французского пошла Шарля Гравье, графа де Вержен, который жил в Константинополе с 1754 по 1768 год, и портрет жены Гравье Аннет Дювивье де Теста. В 1738 году сопровождал в Рим в качестве частного ученика Жана Франсуа де Трови, который был назначен директором французской академии. Сделал несколько репродукций известных произведений, таких как «Письмо Барго» Рафаэля и фреску шириной около 10 метров, которая была выставлена в галерее Аполлона в Лувре в Париже в 1741 году. Делал копии картин таких мастеров, как Гверчина и Тициан. Отправился на Мальту в 1744 году, стал братом ордена святого Иоанна Иерусалимского 23 января 1751 года. В качестве оплаты своего взноса он обязался расписать три люнета церкви монастыря Валетты. Впоследствии он навсегда поселился в Мальте и в 1783 в возрасте 77 лет смог без колебаний дать обет девственности, как он написал. Он произнес свои клятвы 8 августа и стал монастырским капелланом. Написал несколько портретов мальтийских дворянок и картины, заказанные церквями и религиозными учреждениями на острове. Умер 9 февраля 1798 на Мальте. Но так вкратце, данных практически никаких нет о французском художнике, известный своими портретами деятелей Османской империи и картинами великих магистров суверенного военного мальтийского ордена Шевалье Антуан де Фаврей. Пока-пока, до свидания. Данные из Википедии. Всего хорошего, до свидания.